Всем привет, друзья, с вами как всегда Робзи и добро пожаловать в Roblox. Сегодня мы поиграем с вами в тайкунчик под названием Пончиковый Магнат. Итак, мы занимаем с вами территорию, которая называется Медовый Сироп. Здесь у нас шоколадный крем есть территория, ванильное мороженое и карамельный десерт. Мы с вами, так как мы пчеловоды, занимаем, естественно, то, что связано с медом. Будем производить пончики, скажем так, наверное, с медом. Так, я уже, скажем, занял территорию, чтобы никто не занял ее. Поставил первый бесплатный дроппер, и здесь мы что получаем? Мы получаем вот такую машину, которая нам приносит денежки. Так понимаю, это перемешивалка теста какая-то, и у нас производятся какие-то красивенькие пончики. Здесь у нас нарисованы баксы, то есть мы получаем за это все денежки. Неплохо. У нас с вами есть 1000, при входе вам дают 1000 долларов, на которые вы можете развиваться. Так, сколько у нас 10 тысяч стоит здесь? 29 робоксов, в принципе, не так уж и дорого, но брать мы ничего не будем, мы покупаем за 750 следующий дроппер. Он также производит пончики, у нас тесто стало в 2 раза больше, у нас уже накопилось 1900 денежек, мы их забираем и ставим следующий дроппер за 500. Что это делает штучка? Ага, она делает дырочки в пончиках. Реально делает дырочки, боже, какой красивый тайкунчик. Обычно все происходит типа какие-то кубики, знаете, даже... Я думал, что здесь будет типа, знаете, кусок теста валиться и все. А здесь реально получается дырочка. А дальше что будет, начинка что ли реально на кубик, на пончики появляться? Давайте проверим. За 1500 они поджариваются? Да ладно, они реально поджариваются. Кстати, я знаете, что здесь заметил? Пока там у нас готовятся пончики, наши поджариваются, уже их можно как бы кушать. То мы продавали сначала просто тесто, потом мы продавали тесто с дыркой, а теперь мы продаем реальные пончики. Здесь, короче, какая-то территория, и здесь находятся еще, видите, бандиты. У них есть мечи, и они, по идее, должны атаковать. Я не знаю, как они будут атаковать, но там реально есть бандиты. Так, а сахарная... Что это такое? Сахарная исинг. В общем, сахароза какая-то, не знаю. Давайте построим, что это будет делать штучка. Так, она посыпает пончики. А, сахарная пудра. Она реально посыпает их пудрой. Я, может, ее еще могу переключить. Она еще и шипит, слушайте. Она реально шипит, она посыпает пудрой. Боже, как это мило. Нет, реально круто. То есть, нет, тайкунчик, сразу лайк. Ребята, ссылочка на тайкан будет в описании. Лайкусик, обязательно поиграйте, потому что такого тайкуна я еще не встречал. Так, давайте ставим какой-то... Посмотрим, что... А, это повар! Это реально повар. А, energy drink-и? А, за донат? Не-не-не, спасибо. А что он делает? Что делает наш повар? Он катает тесто? У него есть какой-то квестик? А, что-то спрашивает. Goodbye. Давайте что-то у него спросим. Я, в общем, понатыкаю все, что у него тут есть. Окей. А, ты должен ответить... very rude questions... Еще какая-то бесплатная трофи, донат трофи. Так, стоп, давайте я отвечу на его... Так, следующий вопрос. Понажимаю все, что можно, я не знаю, что нам это даст, конечно. Но так, он что-то рассказывает мне, что-то нот, там нот. Я... My English is very good, в общем, вы все знаете, какое у меня знание английского языка. Поэтому я прохожу методом тыка, тыкаем все подряд. Так, я все, что можно было, поспрашивал у него, больше ничего нет. Я могу только, знаете, что нажать? Я могу нажать только goodbye. Все, goodbye. Ставим бесплатную штучку. Вау! Так это же гигантский пончик. Смотрите. Гигантский пончик. И он еще и светится. Вот это красиво. А, разблокировать катану? Мы что, еще и воевать здесь будем? В смысле? Катана. Стоп. Инсталл конвейер. О, еще один конвейер. 7500 мы с вами насобирали. Стены мы пока не делаем. К нам пока враги не приходят никакие. Ставим с вами какой-то конвейер. Еще один конвейер. А, донат миксер x2. Донат, я понял, да. Донат нас не интересует. Шоколадный даут миксер 3500, ребята. А есть ли у нас с вами 3500? Да, у нас с вами есть 3500. Даже чуть больше, 400. Естественно, мы сначала развиваемся. Все это показываю вам. Окей, какой-то миксер. Что он происходит? О, шоколадные пончики, да ладно. Здесь у нас обычные пончики, а здесь шоколадные. И будет шоколадный пончик с сахарной пудрой. Да это просто нереальная штука. Кстати, давайте мы-ка с вами, значит, пока у нас деньги собираются, мы с вами купим, разблокируем катану и пойдем повоюем. Если есть бандиты, значит, нужно их убивать. Мы зарабатываем довольно-таки быстро денежки. Смотрите, 3200. Мы можем, кстати, в принципе, подкупить немножко. 25 тысяч, 169 робоксов. Кусается цена, кусается, мне кажется. Но ждать. Хотя, возможно, мы с помощью, вернее, за бандитов мы будем получать какие-то деньги. Давайте проверим, почему бы и нет.
Так, разблокируем катаночку. А, кто-то орал только что. О боже мой. Gravity Coil? Нет, Gravity Coil. Опа, смотрите, а можно затестить на этой девчульке? Здравствуйте. Николь, ты не будешь обижаться? О, я ее просто разрубил. Извини, пожалуйста, я хотел ее один раз просто ткнуть, она сама, я не виноват, правда, ребята, не обижайтесь. Ну-ка, бандиты, а ну-ка, идите сюда, бандит, ты бандит? Да, это реально бандит, сейчас мы его, вот, если на нем так же работает, ну-ка. Я его просто, смотрите, чик-чик-чик-чик-чик, опа, мне дадут деньги за него. Так, 530 баксов, а откуда у меня 16 тысяч? А вы не скажете, откуда у меня 16 тысяч, ребят? Ну-ка, откуда у меня 16 тысяч? Я убиваю бандита. И еще мешок с деньгами. А что-то мне... О, мне я топор выбил! Здесь можно еще выбивать оружие. То есть, в смысле, то есть это реально РПГшка какая-то. Мы можем... Это пончиковый РПГ. Причем жесткий топор, смотрите. Я выбил топор и сколько денег выбил? А, я еще один топор. То есть я деньги не выбиваю, я просто выбиваю топоры. У меня теперь два, ребята, топора. Так, ну-ка, бандит. А у этого бандита меч. Ух ты, или клинок какой-то. Ну-ка, отдай свой клинок. Так, ты будешь со мной воевать вообще? Так, я у него Краймсон какой-то меч, смотрите, раздвоенный забрал. Неплохо, неплохо. А ну-ка, бандит, у тебя что я могу забрать? Дайте мне лучше денег. По 13, ага, меч слабый. А, у него тоже... А, у него денежка выпала. Сколько? А Crimson Blade? Да сколько у меня этого оружия? Уже капец. Мне откуда-то... Ребята, у меня откуда-то стукнуло 16 тысяч. Я на самом деле не понял откуда. Так, там у нас есть кто со мной на карте? А, кто со мной на карте? 931 тысяча у чувака, смотрите. Тысяча у кого-то 931. Так, я могу еще кого-то зарубить? Вон чувак воюет, смотрите. А я попробую его убить. А что будет, если я попробую... Если я смогу его убить, я возьму сейчас топор. И такой, типа, знаете, я дружески подхожу. Сейчас мы к нему подойдем. Смогу ли я отобрать у него деньги, если я его убью? Видите, он бьет по 12. А топор-то бьет по 18, ребят. Топор-то бьет по 18. И он еще не в курсе, что я хочу его, ребят, убить. Я, конечно, хороший человек, но деньги мне нужны в этой игре. Я убил вот ту девчульку и получил, получается, что ли, 16 тысяч за нее. Довольно-таки странно. Привет, чувак. Я могу его убить? Я его убил! Я деньги получил с него? А, я деньги не получил с него. Зря убил человека. Реально, чувак, извини, я просто... Это был просто тест. Это был просто тест, и я теперь быстренько валю отсюда. У меня за какого-то перепугу дали мне 16 тысяч. Я думал, что это мне за человека дали, а это дали просто так. Ну да ладно. Смотрите, у него двойная уже, двойной завод. Здесь можно было сейчас продолжать, будет играть тайкончик. Ребята, наверное, в эту серию все у нас не поместится. Но я постараюсь максимально показать, что еще интересненького есть. То есть мы с вами поняли, что здесь можно воевать, зарабатывать деньги на вот этих вот бандитах. Так, у меня сколько здесь накопилось? Еще 26 тысяч. О, вот это мы сейчас с вами настроим. Вот это, конечно, круто. Так, ставим какой-то... А, это что такое? Что она делает? А, дырочки делает. Все, я понял. Так, это зажаривает. Куда уже больше? Они и так коричневые. Так, это у нас пудра. Пудра и бейкер. Повара такой у нас. Все, поставили максимально круто. Gravity Coil нам не нужен. Донат, трофей. Трофей ставим. О, пончик. Во, какой пончик, смотрите, крутой. Я молодец. У меня есть 20 тысяч. Шотган, Gravity Coil можно разблокировать. Что мы сможем с вами еще сделать? Мы можем продолжать. Не-не-не. Так, Лантекс. О, смотрите, какой кусок земли мы выкупили. Кстати, здесь автосохранение. И поэтому можете, в принципе, не сохраняться, ребят. Хотя можно где-то нажать кнопочку сохранить. Range Weapon. 49 робоксов. Райд. Что это такое вообще? Райд какой-то. Build Walls. 3500. Давайте стены сделаем. О! Теперь у нас есть стены. Так, стеклянные двери можно поставить. Улучшить стены. Декоративную штучку какую-то. Нет, не будем ставить. Конструкция флор. 6000. О, уже хорошо. У нас 12500 осталось. Big Plant Pot. Так, стены построят. Конвейер. Конвейер, хорошо. Хотя на денег, правда, не хватает. Давайте мы хотя бы... Нет, давайте все-таки достроим нашу первую вот эту вот штучку. Во, у нас есть теперь крутые стены. У нас есть 11 тысяч. Закончить стены. Так, а потолок?
А где потолок? Стоп, ребята, а где нам купить потолочек? Или у нас все, или это максимально? Так, давайте эту штуку купим с вами. Ага, лазерные двери. Вот, теперь к нам не может никто зайти. К нам кто-то ворвался. Беги, беги отсюда, глупец. Слушай, я поставлю сейчас двери и лазерный вход. Давайте сделаем, чтобы никто сейчас нам не врывался в нашу пончиковую. Она реально очень красивая. Так, она зашла сюда, да? О, ой, ой, успела, успела выйти. Больше не зайдешь. Так, у нас с вами денежки закончились. Давайте мы сейчас возьмем, построим еще деревце, которое мы должны, в принципе, здесь с вами построить. Так, декоративное деревце. Вот, построили. Build Selling 3800. Я не успокоюсь, пока не построю вот этот целлинг. 3800 мне нужно. Здесь наши поваренки работают. Пончики у нас есть обычные, сахарная пудра. Шоколадные пончики тоже есть у нас. Тоже, а это чем? А чем поливаются? А, поливается вот это конфетти. Как она, ребят, называется? Вот они какие красивые, смотрите. Ой, а как ты зашла? Как ты зашла? Слушай, беги. А, не хватает денег у нас. У нас не хватает денег построить. Ладно, нам надо 3800 и 4000. Ладно, сейчас возьмем. Кто кричал только что? Боже, какие-то здесь крики странные. Так, давайте поставим целлинг за 3800. Что это такое у нас? Ага, это потолочек. И освещение 4200. 300. Нам нужно закрыть дверь, чтобы нам никто не заходил. Мы сейчас сами закончим полностью эту территорию. Так, поставили 5700. Давай ты не будешь заходить. Здесь у меня она катану взяла. Ага, выходи на бой, смертная. Больше не зайдешь, все. Теперь уже не зайдешь, не проползешь, не зайдешь. Нужно 4200, ребят, теперь насобирать. Пришлось защищаться от всяких, вот. Кто у нас тут пончики пришел воровать? Воруют пончики, реально. Так, 4200. Ой, она попыталась зайти через лазерные двери. Это была роковая ошибка. Слушай, это была роковая ошибочка. Так, а что здесь у нас снаружи? Мы здесь снаружи можем все улучшать. Это реально круто. Это, блин, это лучше. Это один из лучших тайкончиков, который я встречал. Просто очень симпатичный. Так, покупаю освещение. Все. Внутри мы все сделали с вами. Ну, осталось там Gravity Coil всякие поставить. Так, 1700 денежек у нас. У нас все. Рабочие места все разданы. Так, plans. Декор plans. Декорации какие-то. О! Пончики у нас появились, смотрите, наверху. Прикольненько. 5000 еще какие-то растения. И 2000 вот эта штучка. Давайте поставим второй грошочек. Ну, чтобы просто полностью закончить нашу композицию. Все, ребята. На этом мы заканчиваем тайкунчик. Реально годный. Здесь у нас еще есть огромная территория. Если вам понравилось, ребята, набирайте 2000 лайков. Я снимаю сразу же продолжение тайкунчика. Мы с вами попытаемся развиться как максимум. Еще поубиваем кого-то, ребят, бандитов, неважно кого. В общем, ребята, ставите лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Если вам, конечно, понравилось, с вами был как всегда Робзи. Хорошего настроения, спасибо за просмотр и всем покедова!